Здравствуйте, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть за Византию и Европу, не Салис 4. Так, хорошего задания нам пока что не дают. Вражеские войска тут, ну, стоят, они что-то осаждают. Это ничего страшного. Хорошо, хорошо, значит, Венгрия завершила войну с Польшей, и Венгрия скатилась уже до трех провинций. Валахия тем временем набирает силу. Ну, это такая, знаете, сила. Сила крокодила. Ну, она не очень большая. Можно их будет запросто разбить, если что. Так, тут они перешли сюда. Так, сколько? 5 лет. Нет, слишком дорого это сейчас делать. Давайте раскинем еще наших дипломатов. Так, здесь нету. Ага, поляки. Что они делают? Нет, они не осаждают Марокко. Не знаю, почему они сюда пришли. Кстати, давайте посмотрим, что у нас тут открыто. Так, открыто уже кусочек Квебека. Да, тут Кастилия занимает, а здесь Португалия. Марокко, кстати, к нам очень хорошо относится. Ну, можно было бы их взять себе за вассала, тоже неплохо. И кормить уже вот этими провинциями потом. И в конце концов аннексировать их. Это весьма неплохой план, но для этого нужно сфабриковать претензию. Здесь мы не сфабрикуем на них, да, никак. Разве что воевать с португальцами, взять у них парочку провинций. Например, Касабланку, она дешевая. Получить здесь корку, либо даже корки не нужно, сразу сделать. Ну, короче, тут план такой. Если что, на будущее будем иметь в виду. Дипломаты. Фабрикуем. Так, у нас есть очень много бабла. Вот, это неплохо, 1020. Давайте поднакопим еще денег, чтобы построить военную академию. Так, ты у нас идешь так, а ты пойдешь у нас вот так. Так, они тут собирают такие армии свои. Не очень большие, но собирают. Нам главное Сирию тут оккупировать. В ней очень. Ага, тут 2 всего-то. Ок. Здесь сколько? 4. Тут 2. Ну, не очень. То есть хорошие провинции. Тут вот тоже по 2. 1. 1. 3. Разве что сюда на тройку отправить. Либо на Карбеллу. Тут тоже тройка. Сколько тут? 2. Ну, пока что вот так осаждаем. Скорость поставлю на 4. Быстрее я перешла в нашу веру. Отлично. Повстанцы сейчас тут пропадут. Здесь уже нет совсем повстанцев никаких. Так. Административная технология следующая даст нам новую группу идей. Это хорошо. Это очень хорошо, потому что я, наверное, что возьму себе военную. Скорее всего, что это будет качественное. Тут дает мощь плюс 10% каждому роду войск. Тут морские, ну вот эти 3 морские. Конечно, хорошо, что оно дает. Но так себе скажу. А вот в конце дисциплина плюс 7,5%. Вот это классная штука. Количество не нужно. Военно-морские тоже не сильно там не нужно. Так, с Австрией получили повод для войны.
Две провинции еще заняли. Давайте здесь сфабрикуем. Тоже неплохой был бы вассал. Но я хочу сначала взять Венецию, чтобы уже наконец-то сюда. Скорее всего, я так думаю, перемещу сюда свой торговый центр или торговую столицу. И уже будем собирать тут наши прибыли. Потому что отсюда, ну, сюда идут очень... Это, конечно, и станции, сюда ведут все торговые потоки. Константинополь тоже неплохо собираем. Но я это, конечно, протестирую, не буду сначала это брать. Не на записи, а это протестирую, чтобы знать точно, стоит ли так делать. Ну, что там? Нет, еще не согласны на наши условия. Напомню, мы хотим освободить Сирию полностью от Каракуюмского владычества и взять себе Табук. Табук 3. Немножко дорого, но ничего страшного. Так, перевели наши войска. Они почему-то сняли свои армии с осады Азербайджана. Почему, я не знаю. Кстати, какая у них военная технология? 15-я. У нас 19-я. Да, 19-я. Хорошо. Ардебиль занят вражескими войсками. Это немножко уменьшило. Ну, ничего страшного, мы себе тоже позанимаем. Так, тут узбеки прислали немножко войск. Ну, прислали, так прислали. Так, по-прежнему нету хорошей задачи для нас. И мы можем уже построить военную академию, либо академию искусств. Стабильность 5%. Это не стоит затраченных денег. Строим, конечно, в Константинополе. У них есть такая сила неплохая. Если вместе соберутся, могут ударить по нам. Достаточно неплохо. Михаил смущает двор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, они пошли куда-то на юг. Угу. Может, даже атаковать будут нас. Надеюсь, что не будут. Мне не хотелось бы еще тратить. Так, повстанцев нет. Хорошо. Узбеки тем временем как-то пробрались через Казань. Блин, опять Россию Литва раздирает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нужно будет повоевать еще и с Литвой. Немножко это остановит наше продвижение. Ну ничего. Ничего страшного. Они пошли разбивать французские войска. Французы, как всегда, слились. Ну, молодцы французы. Так держать. Нет, чтобы подвести сюда еще немножко войск. Хотя они как-то слишком уж просто этих французов убивают. Так, попробуем пойти без командующего. У нас тут есть артиллерия, так что... Надеюсь, они не двинутся на нас. Уменьшаем. Ну, что там? А, у нас нету дипломата. Чтобы посмотреть, что там. Эльгаса занята, хорошо. Давайте отделим корпус небольшой осадный и отправим его
Например, сюда вот эти войска отправим сюда. Правда, не так, как я послал, а вот так. Вот, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, они куда-то двинулись. Будем смотреть, куда пойдут. Кажется мне, что сюда они идут. Нет, пошли сюда. Хорошо, хорошо. На Азербайджан нападать не будем, тут горы. Альджав, пошли. Да. Как я это и предвидел. Ну хорошо. Пойдем, значит, мы тоже туда же. Только делаем вот так. Так, вас, ребята, мы отправим сюда пока что. Началось сражение. 3 января. Ого-го. Что, что он так долго идет? Нам не может и не хватить здесь. Ай-яй-яй. Нужно отсюда сваливать. Правда, я не могу это сделать. Ну, давай, отступай, отступай, отступай. Ой-ой-ой-ой. Потеряли 4000 и всю кавалерию. Так, Азербайджан они сняли. Саду. Ну чего, мы сейчас пойдем еще раз возьмем. 3 января. Они уйдут 12. Ну, значит, не уйдут. Так. Да и артиллерии тоже. Ну, надеюсь, разобью эту армию. Так, хорошо. Да, разбили, причем очень так нормально разбили. И куда они направляются? В Карбелла. Можно будет попробовать их догнать и, возможно, и разбить. Так, здесь объединились. Они куда-то идут сюда пока что. Значит, делаем вот так и отправляем войска вот так. У них там 2000 всего-то пехоты. Нет, в Азербайджан они идут. Скорее всего, что сюда пойдут. Может, и в сам Азербайджан. 6-е. А мы подойдем туда 21-й. Хорошо. Значит, успеем их перехватить. Да, они пошли сюда. У нас там, правда, генерала нету. Но у врага нету организации. Точнее, боевого духа. Так, еще нету. Давайте что-то построим. Казармы. Здесь где-то можно только построить. 39. Тут вообще по 12. Да, не густо, честно говоря. Строим, пусть будет. Да, они пока дошли, мы пока дошли. Короче, они возобновили всю свою организацию. Плюс у них еще есть здесь горы. Ну и генерал хороший, так что нападать я не буду, ибо это будет разгром. Так, вы куда? На Шахризор идете? Значит, будем стоять здесь пока. Они могут двинуться сюда, на юг,
и попробовать взять вот этих наших ребят. Узбеки, ну блин, они хотят сражаться. Так, эти еще не хотят сдавать. Так, если они идут на юг, значит нужно их преследовать. Так, тут еще взяли провинцию. Так, что они тут делают? Такое впечатление, что осаждают наш гарнизон, то есть атакуют его. Хотя нет, 1390. Не знаю, что они делают такое. Ждут, наверное, подкреплений. Сейчас посмотрим. Так. Ну, короче, они... Понятия не имею, что они делают. Да, идут в Шахризор. У них тут... Они не смогут принять только так много войск. И, наверное, двинутся на юг. Да, часть пошла в Ирак. Так, дипломаты опять свободны. Фабрикуем здесь. Фабрикуем здесь. Австрия такая растянулась, прям как тюлень на озере. Так. С кем бы нам улучшить отношения? Это так, впрочем, не с кем, по сути, улучшать. С поляками разве что можно улучшить, чтобы потом быстро вернуть дипломата. В случае чего. Так, на Хамадан некоторые пошли войска. Чего они творят? Возможно, сюда идут на соединение. Так. Генерала у нас можно взять, потому что, да, верное, что закончилось строительство военной академии. Да, как видим, она построилась. Генерала, может здесь... А, во время осады нельзя назначить генерала. Немножко тупо, конечно, что генерал не может приехать к осаждающим войскам и принять командование для себя. Знаю. Один, два. Пойдем сюда. Спор о границах. Ничего страшного. Этот модификатор со временем пропадет. Хотя у нас плюс 85 всего-то. А отношения улучшены при этом. Ага, конкурент в мировом господстве. Так, они тут встали и стоят. Азербайджан опять вернулся под наш контроль. Хорошо. Ну, значит, войска перейдем сюда. Сирия полностью оккупирована. Хорошо. Так, тут повстанцы, тут французские претенденты. Правда, не знаю, что они там делают. Давайте встанем в Азербайджан, чтобы они назад его не отхватили. Думаю, может сюда напасть. С двух сторон. Правда, они могут на нас сюда напасть. Если мы уберем отсюда свои войска. Так, узбеки все еще хотят сражаться. Вот странно, что нету иракских националистов. Они бы нам не помешали. Так, Шахризор они взяли.
Пошли на Ирак. О, как раз таки хорошо все. 26-е, 30-е, отлично. Тут 11-е. Так, ушли, встали. Сколько там? 100 человек. Давайте штурмы. Все, и провинции опять под нашим контролем. Так, знаете, что мы будем делать? Мы переведем войска вот так. Будем атаковать их с двух сторон. По-крутому. Вот так, стабильность плюс один. Ты, спасибо. Так, по-прежнему нету нормальных миссий. Строительство. Построим давайте что-то. Рынок. Так, так, так. Вот здесь эту штуку нужно построить. Сколько оно стоит? 153 монеты. Давайте построим. Пусть себе будет. Ого, 68% у нас уже здесь. Так, эти двинулись сюда. Азербайджан. На баре нужно будет сделать претензию. Сейчас посмотрим. Так, да, они пошли на Шахризор. Значит, нужно возвращать свои армии. Даже на ускоренном отправим их сюда. Тут артиллерия немножко есть. Не очень много, но есть. Ай-яй-яй-яй-яй. У нас тут войск очень мало. Боевых дух, конечно, у них меньше. Так, мы успели сюда прийти. Так, а эту армию можно даже держать в Азербайджане пока что. И потом отправиться за отступающими войсками, если они пойдут, конечно, сюда. Мантуя вступила в военную коалицию против нас. Но мамлюки, напомню, в прошлой серии покинули коалицию против нас. Так что можно и воевать против мамлюков, но я думаю, что мы будем воевать в первую очередь против Литвы, чтобы остановить их. Слишком большое расширение. Так. 25 можно отправить где-то сюда. Эти 16 пусть стоят. А нет, пусть идут сюда. Ну, 25 монет. Милость, приятно. Командир умер. Что ж это такое? Командиры мрут, как мухи. Давайте возьмем еще одного. О! Неплохой, неплохой. 4-4-3-1. Тосканские националисты. Прямо так попали они в точку. Знали, где восстать. Ну, что там теперь? О, теперь они берут. Хорошо. Будем вот так, наверное, отправлять требования. Что тут Османская империя? А, не нужно такое счастье. Хаса. Ну, пусть себе будет, а что? Хиджаз. Нет, Хиджаз они не хотят. А где Хиджаз? А, в Табуке, наверное. Нет, тоже не нужно. Вот Хаса пусть себе будет. Просто как барьер между их провинциями. Договоры. Давай-ка с узбеками. Ага, так уже не получится. Ладно, пусть себе будет. Все, отправляем требования. На этом завершаем войну. Отлично. Сирия свободна. Так, вот эту армию мы отправим в Мекку. И, наверное, что вот эту отправим. Нет, эту мы отправим куда-то сюда. Это сюда. Пусть идет туда. Так,
Табук крестить будем? Не будем. Сначала мы сделаем вот что. Хорошо. Вас, значит, в табук мы перенаправляем. Вы сюда. Вы сюда, а ты сюда. Хорошо. Что там, технология? Вот, административные сразу берем. Отлично. Можно строить ратушу и можно строить казначейство. Давайте посмотрим, может мы их и построим. Ратуша. Так, что там по заданиям? Возвращение Александрии. Установить пентархию. Давайте на Александрию возьмем лучше. процентов опережения время. Нет. Так. Давайте посмотрим на Литву. Литва. Союз. Цель коалиции. Россия. Типа... Ага. Коалиции против Литва. Литва тут, конечно, разрослась. Ой, Валахия тут поляков еще нагибает. Босния и Богемия. Ну да, Богемия пришла. И начинают здесь раздавать полякам. А почему поляки не призвали на помощь? Я бы помог. Я еще и гарантирую их независимость. Стоп, а можно войти в эту войну? Нет, нельзя. Вынудить к миру не хотят. Так, здесь нельзя. Разве что объявить войну им. Валахам. Босния и Богемия. И тогда можно пойти и разбивать их армии. Но я не буду. Ладно, пусть Польша себе воюет. Я подготовлю войска к войне с Литвой. Ну, все это будет уже в следующей серии. На этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Назар. Всем пока-пока.